В 2015 году до сих пор я уже почетный донор, да, с 2015 году уже получил. Маркосян Нина Альбертовна, очень приятно в Саратове жить. Ну, что сказать. А почему вы сдаете кровь? А, помогать людям, спасти, все-все, чем могу, помогу. Да. Что еще? Сколько у вас уже кровоотдача? 57 раз уже. 58 сегодня. 58 раз сегодня. Расскажите, пожалуйста, когда вы первый раз пришли? Первый раз я маленькая была, приехала в Омск. Мне было 18 лет. Я уже с этим 18 году до сих пор уже постараюсь помогать людям. Да. И два человеку спасла. Авария был, один маленький парень. Я спасла его жизнь.